Ребят, я не знаю, как вам это сказать. Я очень переживаю, очень волнуюсь, но, к сожалению, я стал китком. И он реально написал логин и пароль. Реально, прикиньте, братва. Ладно, ребят, все, захожу на его аккаунт. Что? Но только на это видео! Прямо сегодня, ребята, я притворюсь китком и проверю, насколько же легко обманывать аудиторию. И это все я сделаю только с одной целью, чтобы вас никто никогда не обманул. Потому что если ознакомлен, значит вооружен. Поэтому, братишка, прямо эту секунду, если ты против обмана, прожимай лайк, проверим, сколько нас. Подписывайся, а мы начинаем. Йоу, мэнчик! Я хотел бы тебе подарить флип на Dragon Lest. И чтобы получить это первое, поставить лайк и подписаться на мой канал обязательно. Подпишись. Во-вторых, напиши ему хороший комментарий. Плюс твой ID, чем больше комментариев, тем лучше. И третье, самое-самое главное, посмотри все видео от начала до конца без примоток. Ну что же, а мы начинаем. К большому сожалению, ежедневно мне поступают жалобы, что кого-то из вас обманули. Кого-то обманули на бабочку ДГ, а кого-то обманули на инвентарь, который стоит 10к. И я решил, ребята, что надо что-то делать, надо что-то с этим предпринимать. Я решил осветить эту тему, чтобы вас, братанчик, тебя, колотить тебя в ухо, чтобы тебя больше никогда не обманули. И я прямо честно покажу, как очень часто обманут людей, чтобы вы знали, что если вам кто-то так напишет, то никогда на это не ведитесь. Ну что же, погнали. Как же все это работает на самом деле? Для начала нам нужен клан какого-то ютубера. Я выбрал моего друга ТикТака и его заранее об этом предупредил. Я себе сделал такой же ник, как у него. Я сделал такой же аватар, как у него. И вот прямо сейчас, ребята, начнется самое интересное, потому что я начну всем подряд писать сообщение. А какое же это будет сообщение, спросите вы? Сейчас все покажу, братанчик. Привет, бро, я ТикТак. Прямо сейчас снимаю видео с прокачки инвентаря. Мне нужен твой логин и пароль. И я тебя прокачаю на 10 тысяч голды. Для того, чтобы ты не переживал, что я не фейк, скину пруфы. Я очень надеюсь, что на этот обман никто не поведется. Но тем не менее, ребята, самое главное, что если вам придет такое сообщение, никогда в это не верьте, потому что ютуберы никогда не ищут прокачки инвентаря через личные сообщения. Никогда. Поверьте мне. Ну что же, погнали искать наших жертв. Ну что же, ребятки, только что написал более 15 сообщений, и знаете что? Я просто в шоке! Вы чё, серьезно? Я уже успел развести кое-кого. Ну, сейчас вы все видите немножко попозже. Смотрите, я написал такое сообщение всем моим подписчикам. Я отправлял именно моим подписчикам, чтобы они потом посмотрели видео. Им стало стыдно, что их было так легко обмануть. Ребята, никогда никому не пишите свои данные. Просто ни при каких обстоятельствах. Ну что же, давайте покажу ответы моих подписчиков. Первый тип, после того, как получил сообщение, мне пишет. Это не скам. Я пишу, да нет, смотри мой клан, я ж клане киборги. Да, я видел. Я ему пишу, ну хочешь 10к? Он такой, а можно создать второй аккаунт? Вот это типуля красава, сразу видно прошаренный тип. Если ты можешь сделать прокачки инвентаря, значит ты можешь сделать это на любом аккаунте. Правильно, братва? Правильно, поэтому имейте в виду, если вам кто-то будет предлагать прокачки инвентаря, кидайте аккаунт, на котором 0 голдишки. Ха-ха! Просто заскамите, с камеры выйдет, да? Если ты тик-так, ставь кирголд за 333 тысячи. Просто красавчик, прошел проверку. Теперь мы приходим к типу номер 2. А тип номер 2 оказался друг ТикТака, и он пишет, я ща ему в ТГ отправлю, и тебя кикнут. Почему ты вообще на аккаунте Ильи? Ну и плюс он спалил, что это мой аккаунт. Ну а прямо сейчас мы переходим на переписку номер 3. Вот тут-то полный трешнячок. Просто прикиньте, мой модератор, это мой модератор, я его знаю как облупленного, смотрите. Привет, бро, я ТикТак, прямо сейчас снимаю видео с прокачки инвентаря, мне нужен твой логин пароль. Он пишет, ты точно не скам? Немного страшно. Я говорю, посмотри мой клан, я ТикТак. Он такой... Пиши логин и пароль, бро, ща буду прокачивать. Ладно, минутку. И он реально написал логин и пароль. Монтажер, по-братски, заблюрь. Окей. Реально, прикиньте, братва. Я в шоке. Слушайте, ну давайте ради интереса прям сейчас попробую зайти на этот аккаунт. Я надеюсь, что это, ну, как минимум, его не основа. Я очень на это надеюсь. Я еще буду в шоке, если зайду, это будет основа. Ладно, ребят, все, захожу на его аккаунт. 5 minutes later. Что? Я зашел на аккаунт типа Бекс, братан, ты чем со стула ехал? Ты как мог на это повестись? Это мой модератор, прикиньте. Я развел всего же модератора. Так, ребята, давайте прямо сейчас посмотрим, что у нее за инвентарь. Мне очень интересно, а ну-ка. Что? Это было так легко, чел. Да ты гонишь. Бексик, братанчик. Ты ненормальный, ты просто ненормальный. Ты как мог в это поверить? У тебя, ты посмотри, какие скинчики. Вот это вот АКР2Е
перст с четырьмя самурами стоит как половина моей почки. И ты реально в это поверил? Чел! Я просто в шоке, ребята. Мне действительно прям как-то аж плохо стало. Пожалуйста, никогда в это не верьте. Ютубер никогда не будет вам писать в личку в игре. Никогда! Ни один ютубер вам не напишет в личку в игре. Поверьте мне на слово. Обалдеть, вы посмотрите, сколько у меня крутых графики, сколько у меня крутых скинов. Я вот думаю, вы смотрите на эти очки Harmony и думаете, как же можно на них честно заработать без обмана? Ребята, крайне просто. Есть выход под названием булдропщик, потому что на булдропщике всегда выпадает топовый дроп. На булдропе вы можете на вещах в апгрейдах подняться до тычка у Harmony или давика ТХ, а по моему промику, который находится снизу, вы получаете халявную голдишку. И тем более, там вот буквально недавно вышло очень крутое обновление, потом, братишка, поэтому переходи на булдропщик и поднимай голдишку. Ну что же, все нужные ссылочки есть закреплены в комментарии, а мы идем дальше. Слушайте, а откуда у него так много шилдов-то, братанчик? Блин, это настоящие шилды, которые я могу стереть, а ну-ка. Да, настоящие шилды, которые я могу стереть. Вау, у него еще есть дорогой АВМ спорт. Обалдеть. Ясен пень, я ничего трогать не буду, потому что это не мой аккаунт, но тем не менее, мне очень обидно то, что Пекста было так легко обмануть. То есть, если бы это был в теории не я, а какой-то обманщик, его бы смогли просто-напросто обмануть. Поэтому, ребята, никогда не верьте и никому не пишите свой логин-пароль, чтобы понимали, насколько много обмана. Вот даже в игре, посмотрите, что написано. Поддержка Standoff 2 не осуществляется в игре и мессенджерах. Остерегайтесь мошеннических предложений и не приходите на сторонние платформы. Даже в игре написано. А вы все равно пишете логин и пароль, если кому попало, братва, вы че? Пожалуйста, никогда вы это не верьте. И самое интересное, что у меня же в этом клане нету лидерки. Ладно бы, если была бы лидерка, я подумал, что это настоящий тик-так. И то, я бы не писал бы логин и пароль. Но у меня даже лидерки не было в клане тик-така. Это просто жесть, как вы это верите? Ну ладно, ребята, переходим обратно на мой аккаунт. 5 минут later. Смотрите, мне пришел только что ответ от моего подписчика. Тот самый, что просил Герол поставить на рынок. Ты не тик-так, а я максимум тебе в рот могу дать. Красавый чел. Все напишите, мистер Ёжик топ. Реально красавчик. Ну что же, а мы ждем ответа от остальных. Только что мне пришел еще один ответ. И походу тип тоже поверил. Пишет, ура, серьезно. Ты точно не скам, напишу. Алло, давайте напишу, как все разводил. Алло, бро, посмотри мой клан. Я просто в шоке. Блин, только не говорите, что я сейчас разведу еще Элбрайера. Не-не-не-не-не-не, я в это не верю. Пиши логин и пароль быстрее. Здесь еще такой психологический момент, когда ты человека торопишь, у него нет времени подумать, поэтому я прямо сейчас буду стараться его максимально быстро торопить, чтобы он не смог подумать. Пиши логин и пароль быстрее, а то прокачаю другого. Блин, и вот я кринжа навалил, хана. Если бы мне такое написали, я, наверное, не поверил бы. Давайте, прямо сейчас, ребята. Что? Он пишет, монтажер, блюрь, блюрь. О, пароль, заблюрь. Обалдеть, он тоже прямо сейчас пишет свой логин и пароль? Да не, вы гоните. Он пишет только не за скам. Смотрите, пишет только не за скам. Я не такой. Братанчик! Ля, он реально пишет логин и пароль. Давайте проверять второй раз. Я в шоке. Это жесть какая-то, я вам отвечаю. Я надеюсь, что хотя бы он не развел и логин и пароль не настоящий. 5 минут later. Так, ребята, я только что ввел данные. И у меня что-то загружается. И... Что? Это реально его аккаунт? О, обалдеть. Да вы серьезно? Да я не верю. Как кто-то еще на это ведется? Реально повелся. А что у него за инвентарь? Может, у него какой-то дешевый инвентарь? Или он мне дал твин? Я в шоке! Вы посмотрите, какие тут скины! Что? Обалдеть, не встать! Я просто в шоках! Не, это прикол какой-то, вы посмотрите на все эти скины! Этот АВМ Туерс тут один на карри Некромансер стоит 1010 голдишки. Это статрек Некромансер и на нем 4 арканы. Что? Чел, ты прикалываешься, Элбрайер, братан? Никогда, просто никогда. Не ведись на это. Я думал, вообще никого не выйдет развести в нашем мире. Обалдеть, не встать, насколько все просто. Я ребятам скажу только одно. Если бы это был не я, меня бы 100% забанили. 100%! Поэтому, ребята, мой вам совет. Никогда так не делайте. Ну что же, смотрим. USP Stone Cold. USP писец, какие наклейки, какие скины, еще 440 голдишка на счету. Обалдеть, вот это да. Ля, а что это вообще? Посмотрите, какой чарм прикольненький. Ничего себе, сказал я себе. У него еще куплены голбасы или что? Посмотрите, есть граффити. Есть распакованная граффити Firestorm. Вот это аккаунт. И просто представьте, насколько все это было просто. Я очень надеюсь, что все люди, на чей аккаунт я зашел, никогда на подобное не поведутся. И прикиньте, ребята, если бы я был обманщиком, я просто взял бы и перекинул бы все это на мой аккаунт. И мне бы никто ничего бы не сделал. Но!
Но мы не такие. И мы наоборот против обмана. Потому, ребята, давайте напишем хэштег стоп обман. Все, я выхожу с аккаунта и прямо сейчас им всем напишу, что это был розыгрыш, чтобы они никогда в жизни никому не писали свои логин и пароль. А тут, ребята, по всей видимости, подъехала еще одна жертва. Чел, ты сейчас серьезно? Пишет, ты не тик-так. Я тик-так, смотри, клан. А-а-а, тип красава, тип сразу спалил, что у тик-так другой ID. Напишу, ты с лидером. И давайте напишу, я свинка. Не, ну вот это парень красавчик. Я пубси. Хороший, родой, спалил, спалил, брат. Поэтому, ребята, никогда не верьте обманщикам. Я-то думал, это тип прохаванный, и он не попадется на такой обман. А теперь посмотри, что он пишет. Я сейчас доиграю минуточку, и я хочу попасть в прокачку инвентаря. У меня тут два варианта. Или он меня стебет, или он еще реально напишет свой логин и пароль. Надеюсь, он меня стебет, потому что, ну блин, ну как можно поверить в это? Как? Я не понимаю, реально. Вы посмотрите, что ответила наша дарулечка. Он пишет прямо сейчас свой логин и пароль. Блин, только не говорите, что я зайду сейчас на третий аккаунт. Мне уже плохо. Как? 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 Ладно, ребята. Он сейчас написал логин, сейчас напишет пароль, и я зайду на его аккаунт и проверю. Не, ребят, сейчас мне реально плохо стало. Он пишет, это твинк, вот основа. То есть он мне написал данные от двух аккаунтов. Нет, одного от двух. Обалдеть. Обалдеть. Ребята, если вам так кто-то пишет, знаете, это всегда обман. Никогда никому не верите, вы чё? Вроде бы как у парня в последний момент появились мозги, и он все-таки написал «Спасибо, мне не надо, другому делай». Потому что я на его аккаунт зашел, то есть написал правильные данные, но у него была включена двухэтапка. И в итоге я не смог зайти прямо на его аккаунт. Поэтому, ребята, мораль такова. Всегда включайте двухэтапочку. Дальше я написал еще 40 людям. И вы будете просто в шоке. Ведь на этом еще не все. Ну а только что, ребята, я просто не успел записать. Мне написали обратно логин и пароль. То есть, я написал там человеком 20, из них четверо написали мне логин и пароль. Я не знаю, что с этим миром не так. Почему вы в это верите? Ну что же, я уже вижу 108 предметов, я понимаю, что это 100% не твинк. Давайте посмотрим, что же это за аккаунт. А ты что? Вы посмотрите, какие скины, это все новая коллекция. То есть тут инвентарь, ну уже голды на 200-300 как минимум. Что вы творите? Что? Почему у нас в комьюнити такие доверчивые люди? Что с вами не так? Это дорогущий аккаунт. Почему? Не, ребят, пожалуйста, а мой совет, вот просто я советую всем, кто смотрит это видео, приватность, начать приписку. Нажмите никто, чтобы вам никогда в жизни никто не смог ничего писать. Я уже вместо этого чела нажал, чтобы его больше никто в жизни не обманул. Всегда пишите никто в начать переписку, и тогда вас никто не обманет. Блин, ребят, вы чё? Я не знал, что вы насколько доверчивые. Обалдеть. Ну что же, я обратно вернулся в наш аккаунт, и мне пришло еще одно долбанное сообщение. RGG Xid. Это очень хороший киберспортсмен, и смотрите, что он мне написал. Привет, зайка. Передача аккаунтов запрещена. О, ребят, чтобы знали. Передача аккаунтов запрещена, потому никогда в жизни никому не передавайте. Ну что же, уважаемые подписчики, в принципе, это все. Мораль такова. Никогда в жизни никому не давайте данные от вашего аккаунта. А лучше вообще отключите все личные сообщения в игре. Ну что же, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем хорошего настроения, всем пока-пока.